Администрация столицы продолжает работы по возвращению в собственность муниципалитета городских земель. Так, накануне удалось вернуть участок по улице Магомед Тагирова с площадью 400 квадратных метров. В ходе проверки установлено, что право собственности было зарегистрировано одним из жителей Махачкалы на основании подложных документов. Мэрия отмечает, что данный участок является территорией общего пользования. Такой статус не позволяет передавать землю в частную собственность.